Давайте его пару слов. Сюжет. Какой сюжет там? Ну, значит, вояки налетают на остров. Там их встречает большая обезьяна, и они с ней борются, хотя оказывается, что это хранитель острова, и в итоге окончается все хорошо. Остров с огромным количеством доисторических тварей, и правит этим островом огромная обезьяна. Она защищает этот остров, чтобы твари не выбрались с острова. Мясо, боевик, никаких сентиментальностей. Ну, разворот событий довольно, я бы сказал, примитивен. Ни о чем. Очень скучный. Да, обычная фантастика. Не скажу, что какая-то заложена, на мой взгляд, идея сильная. Так, посмотреть. Вспомнить былые времена Кинг-Конга, как это показывали в кино. Фильм мне очень понравился, интересный. Еще посмотрел титры в конце, сцену после титров. Намек еще на Годзиллу, видимо. Ну, то есть продолжение. Фильм такой очень интересный. Вот по сравнению с другими сериями, какая лучше? Ну, это довольно интересно. Немножко в другом жанре. Кинг-Конг остался таким же добрым, спасает людей. Но мне понравилось. Я считал, что нет предыдущих. Это самостоятельный фильм, да? Да. Ну, как бы есть в фильме еще большой обезьяне, но это как самостоятельный фильм. Вам понравился он? Ну да, в целом неплохой фильм, клево. Я не помню, в каком году было, но вот одни из первых были лучше. Сейчас это уже надумано и натянуто. Ну, как все современные фильмы, мне кажется, поэтому. Я думаю, предыдущие с Николь Кидман. Да, старые я уже не помню. Ну, старые тоже были интересны. Ну, знаете, 17-й год, спецэффекты, все на уровне. Стоит они в кино идти или можно в интернете посмотреть и ничего не потеряешь? Ну, смотря кому как нравится смотреть. Вам как? Мне понравилось, да, я люблю в кино сходить. Вот мы с девушкой часто ходим. В интернете будет еще хуже, лучше в кино. Хотя бы так, убить время, провести. Ну, в интернете вообще не стоит. Я думаю, стоит. Да, наверное, учитывая те спецэффекты, которые сделаны в фильме, в принципе, фантастика. Вот, если есть возможность, то, конечно, стоит, наверное, сходить в кино, по большей степени. Тот, кто любит эффекты, может сходить посмотреть в кинотеатр. Вот. Но, в принципе, если это не самое важное в фильме, то можно и скачать дома посмотреть. Кроме вот спецэффектов, фильм цепляет чем-нибудь? Кроме спецэффектов? Да, наверное, не тот формат, чтобы сюжетом цеплял, как бы. Самуэль Л. Джексон, его актерская игра, самая лучшая, наверное, в этом фильме. У него именно была. Не жалко 240 рублей? А, нет, не жалко. Нет, не жалко. Денег не жалко, но время жалко. Нет, не жалко. За хороший вечер провести с любимой девушкой не жалко. Жалко. Нет, конечно, нет.